Министры экологии стран G7 на трехдневном саммите в Берлине попытаются достичь консенсуса по поводу использования ископаемых источников энергии. Отказ от них и переход к зеленой энергетике необходимы, чтобы остановить изменения климата, утверждают ученые. Два основных структурных кризиса нашего времени, то есть глобальное потепление и проблему запасов энергии, нужно рассматривать вместе, не забывая и о других экологических проблемах, особенно об утрате биоразнообразия. Так считает правительство, таков же и дух этой конференции. Скорость глобального потепления резко повышается. Участники саммита в Берлине также обсудят возможности финансовой помощи для бедных стран, которые помогли бы тем в борьбе с изменением климата. Мы не должны верить мифу о том, что Украина стала оправданием для наращивания производства и строительства нового поколения инфраструктуры. Наша миссия здесь очень и очень ясная. Это не только подготовка к саммиту G7, но и G20, потому что на эти 20 стран приходится 80% всех мировых выбросов. Если эти 20 стран не приложат усилий, ничего не будет сделано. Экологи предупреждают, что некоторые страны, включая Германию, рискуют перечеркнуть усилия по переходу к чистым источникам энергии, пытаясь заменить российский газ на топливо из других источников, например, американских.